Наше путешествие сегодня началось с Франческой. Это Франческа, это я. Началось с Феодосии. Почему-то мы ехали в Евпаторию, а потом странным образом оказались в Феодосии. Вот. Мы сегодня решили заночевать, не подъезжая к Евпатории, чтобы завтра погулять. У нас сегодня приключение. Оказывается, в палатке не хватает колышков. Но зато у нас есть вкусные помидорки и много разного сыра. Как ты, Франческа? Просто чудо. Просто чудо. Я еще могу показать свои ракушки. А, ракушки, которые ты набрала в Феодосии. Да, мои инструменты для терапии. Да, мы придумали название «Ракушка-терапия». Вот, так что мы, девочки, отдыхаем. Завтра мы едем в Тарханкут. Приглашаем вас.